Представьте себе граф на 16 вершинах, обладающий тем свойством, что из каждой точки выходит 5 ребер. Степени всех вершин равнее 5. Можно ли придумать граф, в котором всего 16 вершин? Да, можно. Как? Нет, правда можно. Как? Ну, рисовать, что ли? Нет, просто ведь пример. 16 рисовать долго. Не понимаю, где ли не может. Это сегодня второе занятие по графам, поэтому было бы странно, если бы вы это мгновенно все решали. Да, что? Ну, можно я сказал пример. Давайте. Вот сходить после. Да, конечно, быстрее. Только поменьше рисуйте, побольше говорите. Что 16 вершин, из каждой выходит 5 отрезков. Да не надо ничего рисовать, словами скажу. Да. Как он будет выглядеть, по-вашему? Нарисованы 5 точек. 5? Ну, пока, допустим, 5 вершин. Да. Потом они будут, каждая, потом будет одна вершина, которая соединена с каждой из них. Потом еще одна вершина, которая будет каждая из них. Так будет стоять 5 вершин. И потом... Это замечательно. Знаете, козел отпущения. Знаете, есть такая технология. Какого-то одного называют главным врагом всех, и все беды на него списывают. Да, козел отпущения. Тут будут стоять эти 5 вершин, а каждая из 11 оставшихся соединена с каждой из них. Все замечательно. У этих 11 вершин степени будут равны 5. Нет, да. Не каждая из 11 вершин, только 5 пока. Только 5. То есть берем, называется двудольный граф К5-5. Дальше. И потом берем 6 вершин и соединяем каждое с каждым. Отдельные звезды. А решил. Молодец, это решение. Спасибо. Это отдельно связанный получится. Да. Никто не говорит, что связанный. Никто не говорил, что связанный. Он замечательно понятно сказал. Берем К5-5. То есть 5 вершин, 5 вершин, соединяем каждую слева с каждой справа. Да? И еще берем, чтобы вершин было всего 16, К6. Да. Здесь степени всех вершин равны 5. Здесь замечательно? Да. Замечательно. А на самом деле есть другие примеры. Связанный такой граф. Кто-нибудь сможет? Вот это не связанный граф, в котором 16 вершин и степени всех равны 5. А бывает ли такой связанный граф? Я думаю, можно... Как? Можно отсоединить одну точку от одного графа и одну... Вот у нас есть две части графа. Мы у одной убираем одно ребро, да. И у второй убираем одно ребро. И у нас получается 4 точки, у которых не хватает одного ребра. Они раньше были вот так соединены, а теперь... Вы хотите власти объяснить, вы правы. У нас вот в этой части есть какие-то две точки, которые соединены. И вот с этой две точки, которые соединены. Мы вот это вот убираем. Тут и тут. Теперь везде здесь не хватает одного ребра. И мы его доставляем только в руку. Понятно? Такой мы сделаем. Соединим. Да. И теперь он связан. Спасибо, отлично. Так, ну что, легко? Легко. Легко. Так, теперь я еще усилю условия. А чтобы все вершины были бы одинаковыми. То есть, а что делать? А я вот что. Как бы мы не вертели? Можно перенумеровать вершины так, что любая перейдет в ту, в которую вы захотели, и при этом, вот если были соединены ребром, то и будут соединены ребром. То, что называется симметрия. Вот. Представьте, у окружности все точки одинаковые, потому что можно повернуть и любую точку перевернуть в любую, какую хочешь, так? А вот, например, у квадрата нельзя сказать, что вот эта точка такая же, как эта, правильно? Но зато все углы у квадрата одинаковые. Понятно, о чем разговор? Так вот, вопрос. А можете ли вы придумать граф, в котором 16 вершин, степени всех равны 5, и при этом все вершины одинаковые?
его долго называют, а ему примерно... Да, как? Как он, да. Говорите, говорите. А, ну, например, у нас есть одна вершина, из нее идет в соседнюю, в две соседние, в одну через одну. Поставьте все по окружности. Да? Ну да. Поставьте все по окружности и любую точку соединить с соседкой и с следующей, а также с предыдущей и предпред. Согласен? Еще предпред. Ну, все, хватит. Нужно их пять. Предпред нельзя. А, и противоположные. А, противоположные. Ну, и противоположные. То есть провести все диаметры, а также с справа на 1 и на 2, и слева на 1 и на 2. Так, еще все понятно? И так сделать для... всех точек? Да. Дошло? Да. Дошло. Вот. А теперь будет все гораздо хуже. Для любых двух вершин, которые не связаны ребром, должны существовать ровно две вершины, которые с ними, с обеими связаны. Иногда это говорят так. Любые два незнакомых, которые между собой не знакомы, имеют двух общих друзей. Да. Просто потому, что 16 точек рисовать, это уже тяжело. А провести 5 отрезков, ну, из одной точки не проблема. А что делать... потом, а? Что потом делать? Любые двое незнакомых имеют ровно двоих общих знакомых. Вот я так хочу. Ну, я могу еще добавить, наоборот, когда двое знакомые, то у них общих знакомых нет. То есть, это игра без треугольников. Давайте пишу. Так будет, наверное, даже еще интереснее. Когда вы берете любых двух знакомых, то у них общего знакомого нет ни одного. Любой непроведенный отрезок является непроведенной диагональю ровно одного четырех. Нарисовать 16 точек и не запутаться. Вы хоть понимаете, сколько там ребер всего? Много. А все-таки в штуках. От одной выходит 5. Из каждой 40 точек выходит 40. 16 надо умножить до 5. На 5 и разделить на половину. Да, на 40. 2. 40. Это ж ужас. Можно попробовать нарисовать? Да. И это можно. Господа, откуда удивительная, на самом деле, математика есть штука. Настоящая. Тяжелая задача на воображение – это в математике обычно задача на написание формул. И наоборот, когда вам нужно что-то сложное сделать с формулами, чаще всего нужно нарисовать картинку. Понимаете, да? Заполнить на будущее. То есть вот, ну это понятно почему, потому что если вам как бы тяжело что-то соображать, но это означает, что, скорее всего, надо уже применять что-то ровности. Так вот, давайте рассуждать вместе. Что такое 16? Это 2 в... Молодец. Это? В степени. В какой? Четвертый. Так, 2 в первый, 2 в второй, 2 в 2 в четвертый. Да, да, да. А, да, да. Дважды. Ребята, а значит, как мы можем естественным образом пронумеровать 2 в 4 и 16? Да. Господа, я сейчас возьму и выпишу все 16 вершин. И вы вдруг поймете, что все абсолютно очевидно. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Понимаете, где? Да. 0, 0, 1. Бинарной системы. 0. Что там дальше? 0, 0, 1, 1. 0, 1, 1. 0, 1, 0. 0, 1, 0, 0. 0, 1, 1. Я не очень понимаю.
Двоичные числа. Тогда все вершины. Все варианты написать нули и единицы в количестве четырех штук. 0, 1, 1. 0, 1, 1. Это 16. 1, 1, 1. 1, 0, 0, 1. Пожалуйста, проверяйте, сколько здесь штук. 1, 0, 1. 1, 0. 1, 0, 1. 1, 1, 1, 0. 1, 1, 0, 1. 1-1-1-0-1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 
5, 5 и 6. Отлично. А вот тебе нужно произнести фразу, которая превратит вот это в граф, где из каждой вершины выходит. Все, которые... 5, да. Все, которые отличаются на один знак, соединяют? Молодец. Все, которые отличаются на один знак, сюда соединяем. Сюда соединяем. На третью тоже. Сюда соединяем. Третья, и сюда. И 0, 0, 1, 0. Только это 4 ребра. А нужна пятая. Да. И 1, 1, 1. Молодец. Вот смотрите. И полностью противоположно. На 1, 1. Либо отличаются в одном разряде. Либо противоположно. Либо во всех. Еще раз, либо вы отличаетесь только в одной цифре, в одном разряде, либо отличаетесь во всех 4 разрядах. Ну, давайте, чтобы было понятнее, возьмем какую-нибудь точку. Давайте, ткните пальцем быстрее. 0, 1, 1, 1. 0, что? 0, 1, 1, 0. Сюда? Да. Отлично. Смотрите, меняем последний разряд. Это будет вот сюда. Да. Меняем предпоследний разряд. 0, 1, 0, 0. 0, 0, это вот сюда. Еще будет 0, 0, 1, 0. Сюда. Меняем первый разряд. 1, 0, 1, 1, 0. И противоположный это 1, 0, 0, 1. 1, 0, 0, 1, да. Видели? И два общих друга в левом самом столбе. Понятно, да. Или непонятно? Понятно. Вот, замечательно. Теперь вопрос. А почему там будет выполняться вот это вот свойство? Во-первых, почему там нет треугольников? То есть, когда вы берете две вершины, которые соединены ребром, почему не может быть, что было выкнуть? Вот две вершины соединены ребром и... Потому что они тогда будут отличаться на два, а... Вот представьте себе, вот эти вот отличаются на один раз. Да. И эти отличаются на один разряд. Тогда это либо одно и то же, либо отличаются на два разряда. А на два нельзя? Да. Пусть эти отличаются на 4 разряда, то есть везде отличаются. А здесь на 4, тогда эти совпадают. А если здесь на 1, то здесь будет тогда отличие на 3. В общем, треугольники не бывают, так? Да. Хорошо. А теперь пусть у вас есть две вершины, которые не соединены. Так, не соединены, это значит отличаются на сколько? На 2, либо на 3. Ну, давайте сначала разберем ситуацию, когда на 2. Скажем, 0, 0, 0, 0 и 0, 0, 1, 1. С чем они? 0, 0, 10. Да. Что-что? 0, 0, 1, 0. 0, 0, 1, 0. Это и 0, 0, 0, 1. Да, соединены. И 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1. Тоже соединяем. То есть мы изменяем один разряд, который у них отличается. Но у них получается всего 2 разряда, и мы можем изменить... Любой не можем изменить. Можно изменить, который у них различается. И получается, мы получаем то число, которое изменяется и на один, и на тот, и да. на один, и на другой. Правда, я один случай забрал. Да. А есть еще один случай, когда они отличаются на 3 разряда. Значит, смотрите. Все нули, 4 нуля, ну это условно, но понимаете, и 0 с единицами. Здесь как стоит ситуация? Так, тут
все единицы. Да. Да. Понимаете, что с этим соединено? Потому что полностью противоположно. А второй? Почему с этим? Второй раз. А второй то же самое, только наоборот. У одного противоположно, а у второго на единице. А то есть что это такое? Единица с тремя нулями. Ноль, ноль, ноль. Все понимают? Да. Вот это не самое сложное. Но вообще-то вполне себе серьезный пример. Это пример особого графа, да? Когда вы берете какую-то такую вот симметричную конструкцию, в данном случае, значит, вот взяли все наборы из 4 нулей и единиц, да? И произносите вот такие слова. И довольно часто таким образом удается получать интересные примеры. Это, пожалуй, такой у нас второй по-настоящему неожиданный. Помните, у нас был граф кого там? Петерсона. Петерсона, да? На 10 вершинах, у которого степень каждой вершины была равна 3, так? Да. Вот. А здесь граф на 16 вершинах. И степень каждой вершины равна 5. Так. Смысл понятен, непонятно? Да. Смысл понятен. Его трудно нарисовать. То есть тут проблема... Нет, не очень. На самом деле не очень. Потому что, как вам сказать, просто чтобы нарисовать четырехмерный куб, помните, как это называется, да? Это надо нарисовать куб, его весь сдвинуть, да? Получится два кубика. И вот дальше надо будет соединять каждую вершину с противоположной. Ну, в принципе, человечество умеет это делать, давайте, последние секунды, как, пожалуй, можно было бы понятно для себя рисовать эту штуку. Значит, смотрите, кубик рисовать все умеют, правильно? Да. Вот, кубик рисовать все умеют. Ну, я сейчас рисую криво, просто чтобы быстрее было, вот, что-то такое. Я уже нарисовал 4. Да. А теперь смотрите. Мы должны внутри этого кубика нарисовать еще один кубик. Правильно? Да. Внутри кубика мы должны нарисовать еще один кубик. Он тогда весь должен быть вот пунктирный. Ну, я принял. Вы знаете, как нарисовал? Дальше надо не забыть соединить каждую вершину с... Понятная идея? Да. Мне кажется, мы в прошлом году тоже делали, как... Ну, пытались. Да, да, стоял рядом, а не совсем хуже. Так. Понятная идея? Да. Ну, да. Еще... И еще ближе. Ближе, самый... самый ближний. Только. Сейчас, эту куда вести? Эту сюда? Да. Эту... Все правильно. Ну, что-то такое. И вот это называется четырехмерный куб. Дальше самое ужасное. Дальше надо понять внутри него, какую точку с какой стороны. Вот смотрите, вот этой точке в трехмерном кубе противоположно вот это. Да. Значит, соответственно, вот эту точку надо соединить вот с этой. Да. Понятная идея? Вот этой точке в трехмерном противоположно вот это, значит, соединить надо вот это. Если я сейчас нарисую все эти линии, то, ну,